Привет, друзья! С вами Ух ты кухня! Готово есть это блюдо все лето, 3 раза в день и каждый день. Посмотрите, какая это красота! У меня слюни побежали. Да, ну что, показываю, как я это приготовила. Кабачки натираю на терку для моркови по-корейски. Мне так нравится больше, чтобы кабачки чувствовались. О, готово! Кабачки присаливаю, примерно 1 чайную хорошую ложку. Перемешиваю. Ух, красота! Тра-та-та. И оставляю на 15 минут, чтобы они пустили сок. А я в это время сковородку на огонь, пусть греется. Опа, завернул куриную грудку. Я подмариновала, поэтому будет еще вкуснее. Усовершенствованная. Да. А сворачиваю в конверт. Ох, и тортик получится. Конечно же, у каждой хозяйки свой рецепт. Я решила поделиться с вами своим. Все, выкладываю конверт на сковороду. И обжариваю по 7 минут с каждой стороны. И сюда же 1 для будущего салата. Эй, дружок, а ты ждешь? Он даже спит с ней. Ты мой хороший пес. Через 7 минут конвертики переворачиваю. Посмотрите, какая румяная курочка получается. Ой, просто класс. Видно, Сережа? Видно, видно. Пахнет замечательно. Еще через 7 минут снова переворачиваю конверты. Опа! Снова подрумянилась. Накрываю крышкой. Выключаю нагрев и оставляю на 15-20 минут. Ну а за это время, друзья, у меня уже и кабачки сок пустили. Их нужно отжать. Без фанатизма и все же отжать. Перекладываю в подходящую миску. 1 небольшую луковицу мелко нарежу. Меленько-меленько постараюсь. Также острые. Угу, да, Сережка, молодец. Все, измельченный лук добавляю к кабачкам. Оп, оп. Ну что теперь сюда? Конечно же, яйца. 3 штуки. Они прям бегут сюда, я смотрю. Видел, да, как шустро? Ага. 3 яйца. Соль немножко. Сюда же добавлю сушеный чеснок. Мне больше нравится с сушеным. Черный молотый перчик. По вкусу. Все хорошо перемешиваю. Даже немножечко вот так вот ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, взбалтываю яйца. Ух, какая пышная масса получается. И сейчас, друузья, добавляю примерно 3 столовые ложки муки. Буду ориентироваться по консистенции. Снова перемешиваю. Ой, все отлично. Вот такая вот смесь получается. И густая, и не очень. Вот так вот. Оп. Видно? Видно, видно. Все. Эту сковороду убираю, а эту ставлю. Сковородку смазываю растительным маслом с помощью кисточки. Перед каждым блинчиком смесь размешиваю, потому что она оседает. И берем и выкладываем. У меня это будет 2 половника. А вот так вот. И распределяю. По всему дну. Все. Пусть здесь себе тут красивенько печется. А пока блины жарятся, соус. Проще не придумать. В мисочке смешиваю примерно 2 столовые ложки сметаны любой жирности. Сюда 2 столовые ложки майонеза. У меня домашний. Ой, дружные. Семья. И примерно 1 чайную ложечку, 1,5 зеленой пасты. Рецептом я делилась с вами, ссылочку оставлю. Нет такой пасты, можно добавить просто мелко рубленного укропа, зубчик чесночка, ну и все, и соус будет готов. Перемешиваю. И Сережке ложку в рот. Ну конечно, надо же пробу снять. Вкусно? Вообще класс. Скажи, такой заправкой можно и салатик заправить, да и просто на хлебушек намазать. Ну что здесь у нас? Ой, все красивенько подрумянилось. Переворачиваю. Нагрев под сковородой минимальный, чтобы блинчики хорошо пропеклись. А я достану курицу. Берем, разрываем. Посмотрите, румяная в собственном соку. Вообще класс. А пахнет так вкусно. Разрежу и покажу, как все прекрасно, друзья, прожаривается. Посмотрите. Какая сочная, видно? Видно, видно. Просто чуть-чуть не с руки, неудобно. Посмотрите, все прекрасно прожарилось, сочное. Все, потому что я сейчас ее съем. Блинчики выкладываю на тарелку, пусть остывают. А я продолжу. После каждого блинчика буду смазывать сковороду. И снова смесь перемешиваю и выливаю. Или выкладываю.
Насыпаю. Насыпаю. Из этого количества ингредиентов получилось 7 блинов. 2 мы съели, осталось 5. Экономим свое драгоценное время. И пока выпекаются блинчики, можно и курицу нарезать. Сначала на вот такие вот слайсы тоненькие. И на мелкие кубики. Вот что получается. Еще подготовлю помидорку. Беру такую мясистую. И что я буду с ней делать? Нарезаю на дольки и убираю семечки. Мне нужна только мякоть. Тогда пирог получится в меру сочным и не поплывет. И также нарежу на мелкий кубик. Ну что еще? Добавлю укропа. Есть у меня такое дело, надо его использовать, потому что он уже повесил уши. Беру и мелко-мелко нарезаю. Собираем тортик. Беру блинчик, ложку соуса, смазываем, курица, а вот так вот щедро посыпаю. Немного помидор сюда же. Будет сочно и вкусно. Да. И немножко укропа. Следующий блинчик. И так 6 раз, пока не закончатся блинчики. Или пока наш пес не съест стол. Вкусный стол. С каждым днем все больше и больше. Становится, да? Как грибочки на полянке сейчас будет. Вот такой натюрморт. И зелени. Красота. Класс, скажи. И сейчас тортик накрываем, чтобы никто не съел, и убираем в холодильник хотя бы на 40 минут. До скорых встреч. Та-да-да-да-та-да. Ой, уже так хочется. Красота. Это ж какое надо терпение иметь, чтобы дождаться. Посмотрите. Тортик настоялся, и сейчас будем разрезать. Ух ты. Сочно, ярко, быстро, вкусно. Ой, вообще. Это просто ням-ням-ням. Всем мирного неба, вкусной еды и мудрых жен. Посмотрите, какая красота. Все. Как это вкусно. Я опять твоего куска ела. Все, ё-моё, так у тебя больше, смотри. Больше. Я знаю, что у меня больше. А-а-а! Всем приятного аппетита и мирного неба на этой земле. Все. Мудрых и добрых жен. Да, все, развалила. Ничего, еще постоит и будет вообще супер.